На Горьковском автозаводе приступили к выпуску модернизированного автомобиля «Волга». Как только эта машина подъехала на стоянку, водители тут же окружили ее, сразу отличили от других «Волг». Видите, у нее и зеленый огонек смотрится иначе. В салоне действительно уютнее, привлекательней выглядит приборная панель. Новинка, электронный таксометр. И плату за проезд каждому из четырех пассажиров он может считать отдельно, в зависимости от того, сколько тот проехал. Новые машины уже работают на маршрутах, а на заводе продолжают совершенствовать базовую модель. В двигателе нет катушки зажигания, распределителя. Они не нужны. Уже в этом году микропроцессорная система будет применяться на серийных автомашинах.